вообще относитесь к тому, что в России эта Олимпиада будет проводиться? Положительно. Престиж для города. Отношусь нормально вроде. Я вообще-то болею только хоккей. Болельщица хоккея. Другие, ну, фигурное катание еще могу посмотреть. Положительно отношусь. В нашей родине. Что не в других областях, а именно в нашей России. Положительно. А почему? А как? Будем смотреть, кто медали заработает, кто золото, с чем приедут. Мы очень рады, что именно в России. А почему? Ну, потому что это большое событие для нашей страны. Какие виды спорта вам больше нравятся? Хоккей. Хоккей люблю. То есть вообще будете следить за Олимпиадой, будете смотреть? Особенно за хоккеем, да, болеть буду за нашу сборную. Плавание, хоккей, футбол, горный вид спорта. Интересуетесь спортом? Ну, иногда. Не все время. Я пошла. Уже здоровье не позволяет. Насчет хоккея у меня муж, я вот как-то от него вот на футбол хожу, болею вот на наш стадион. Всегда. Ну, сейчас вот на хоккей бы ходил, но что-то говорят, его не будет. Ну, потому что я вот как вышла замуж, он меня приучил к этим видам спорта, и я как-то стала этим увлекаться. Я раньше в прошлом была спортсменкой, а теперь внучка продолжает мои традиции. А какой вид спорта занимается? Акробатикой? Довольно успешно. Даша Шумаева. Когда-то в прошлом, может быть, занимались каким-то спортом? Ну, легкой атлетикой немножко занимается. Так это было когда? 50 лет назад. Я увлекаюсь лыжным спортом и футболом. А вы? А я... Ну, я ничем. А как отнеслись к тому, что у нас эстафета прошла Олимпийского огня? Пробегали через Шадринск, увидели, ну, что огонь. Были рады за Сочи, что там будет проводиться у нас в России. А в городе не доставляло неудобства то, что была эстафета, перекрывали движение? Я спал в этом. Да, скорее всего, нет, наверное. Больше всего не повезло школьникам, потому что они 2 часа стояли, ждали на улице. Мы приходили всем классом, школа вся приходила, приходили другие люди. Вы знаете, было, я в больнице была, просто я не видела, но так тоже положительно отношусь. Меня не было на эстафете, по крайней мере. Ну, я... В то время у меня давление было, так мне не до огня было. Соседи бегали, рассказывали. А что рассказывали? Ну, что интересно было. Очень понравилось. Да. А почему? Ну, так, мы еще ни разу не видели Олимпийского огня-то. Еще в Шадринске впервые. Каковы шансы наших спортсменов, как считаете, занять места? Ну, будем надеяться, что в тройку войдут. Место вообще. Ну, тем более на своей территории, думаю, как-то скажется все равно. Свои стены помогают. Будете следить за ходом Олимпиады? Да. Но. За кого будете болеть? Буду болеть за футбол. Ну, за лыжные виды спорта. А вы? А я за все. Прям за все. И за Россию. Средства, которые на Олимпиаду тратятся, как считаете, можно как-то более эффективно для страны потратить? Или оно того стоит? Мне кажется, именно во время проведения Олимпиады они окупятся, эти средства. То есть, каким образом? Ну, много будет туристов приезжих. Лыжники уже там, травматологии, все у них уже окупается. Скоро не останется никого, кроме российской сборной, нормально. Все хорошо будет, все победим. Путину виднее. Они молодые все, так что как хотят. Нас не спросят все равно.